Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни. Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости. Воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу. В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам МВД. Склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны. В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции. Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто, невзирая на смертельную опасность, не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем помнить и чтить их подвиги. Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу. Уважаемые товарищи, сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего, беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышение уровня безопасности на дорогах, активность и наступательность, необходимые и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличье он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей. Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям, нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность. Будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане. Благодарю всех сотрудников МВД за грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач специальной военной операции. Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех веренных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать в интересах и на благо наших граждан, общества и государства. Еще раз поздравляю ветеранов, всех сотрудников органов внутренних дел, ваши семьи и близких с праздником. Здоровья вам и новых успехов!